началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн, продолжаем играть в LEGO Pirates of the Caribbean, LEGO Пираты Карибского моря, за видеогейм, видеоигра. Продолжаем проходить сюжет, у нас третий фильм, да-да-да, у нас третий фильм. Продолжаем идти к нашей следующей цели. Первая цель это была у нас как раз-таки дойти до этой замечательной игрушки. А теперь у нас цель дойти до LEGO Marvel Super Heroes первой части. Погнали у нас. Третий фильм, называется он «На краю света». Будем воскрешать Джека Воробья, собирать пиратское братство. Так, ну и погнали. Первая карта, это у нас Сингапур. Значит, плывем к Сяо Фэнгу. Кстати, вот сам Сяо Фэнг тут у нас будет. Он, как бы, можно сказать, в какой-то степени и... Это в какой-то степени и отрицательный герой, и также в какой-то степени положительный, потому что потом он назначил вместо себя капитаном Элизабет. Да, вот они начали петь. Это прямое продолжение второго фильма, да, то есть... Это все про Дэви Джонса, можно сказать. Да, все, кто связан с пиратами или как-то с ними там как-то взаимодействовал, казнить. А вот они уже подмяли под себя Дэви Джонса. Кстати, вот этот тип меня постоянно в фильме бесил, вот этот вот. Я до сих пор не знаю, как его зовут. Не знаю, будет ли его персонаж в игре. Должен быть. Вот этот вот, да. Но я вот не помню. Здесь он, кстати, прям пипец какой малой. Там он был с такими морщинами. О, ну сейчас вроде за Барбосу, кстати, будем играть. Круто. Плюс персонаж. Коттон, Марти. Да, разделились, свой план. Да, корабль Сяо Фэнга. Кстати, даже пиратский флаг его. Так, и куда нам? Фига, у меня магнит просто. Типа, я не знаю, куда нам надо вообще плыть. Или надо нам вообще плыть, кстати. Ладно, давайте здесь выйдем, посмотрим, что у нас тут. Так, типу нужна рыба, дадим ему рыбу. А он нам за это спустит... И все, что ли? Так, нет, синенькую монетку. Я хочу синенькую монетку. Видимо, зря ее захотел. Что ж ты... Отлично. Ну вот смотрите, нам даже, кстати, персонажи подсказывают, куда нам надо. Так, мы мост спустили. Так, этот персонаж показывает нам туда. Так, понял, тут нужен Барбосса. О, а теперь он понял.
Отлично. Нам, наверное, вот сюда, да? В баню Сяо Фэнга. А, не. Так, пока что. Кстати, да, нам дали поиграть за Барбосса. О, отлично. Теперь нам куда? Так, малёх, не понимаю, куда идти. Вообще, по сути... Вообще, туда, как бы, да, но... Дальше я, в принципе, не вижу, куда. А, ну, в теории же, да, вот мы обрубили путь, и нам, по сути, да, вот сюда. Так, я тут вижу бонус. А, ну, тут только с помощью Марти. Гондола. Да, нам вот сейчас она нам по-любому понадобится. Так, окей. Тогда садимся и плывем. Недалеко нам надо было плыть. А, кстати, ворота открылись, окей. Так, сейчас, секундочку. Я просто хотел фейерверк использовать. О, использовал. Так, смотрите. Угу. Так, окей. А, ну да, все правильно, нам сюда. Затем... Вообще, в теории, вот делаем вот так. И загоняем мяч вот сюда. Вот и все, вот и все. Так, нам сейчас что-то должно... А, вот, как раз-таки баня Сяо Фэнга. А, здесь просто выход. Больше пара, нужна больше пара. Ой, извиняюсь, я не хотел. А, вот больше пора. Нужно больше золота. Че, еще недостаточно? А, во. Все, окей. Хм, нормас. Ну, там немного не так было. Они не прям сразу договорились. Да, и вот у нас...
пришла Остинская торговая компания, да? Ну да, тоже ключ с брелком, это уже стандартная тема. Так, что нам надо? Нам нужно... О, мы играем за Сяофэнга, прикольно. Сяофэнь тут перевели, но там... Вообще по-разному можно, по сути. Потому что в интернете там Сяофэнг, тут перевели как Сяофэнь. Так, нам нужно куда-то... Так, нужна морковка. Так, он не селе... Хотя, подождите. А, тут нам нужно этот... Типа животное, да, какое-то, типа осла. Типа команду собираем, да? Это у нас Тань Юань. Окей. Нам нужна морковка. А, даже новый персонаж, точно. Да что ж такое-то? А, вот он у нас сильный, да, я уже вижу, он типа сумоист. Так, это у нас татуированный пират просто называется. Да, вот он, но он сильный при этом. И также у нас тут... А, Теодальма, да. В итоге один чел все выломал. Хочу поиграть за как раз таки Теодальму. А, нет, уже не хочу. У меня нет никакого оружия. Хочу за какого-нибудь... Ну, Сяофэнга, допустим, да? Хотя нет, хочу за Барбосса. Так, ну нам сюда. Спасибо, что открыли дверь. Вы, блин, только вы что, из этого, из болота вот этого выныриваете, типа? Ну, хотя это Сингапур, в принципе. Ну, и болотом это не назвать, но хотя... Иди сюда! Все, молодец. А, ну же, все. Я-то кликал, а нужно просто задерживать. Окей, тогда я дурак. Вау, тут что-то замороженное. Хочу. Так, ну-ка. И чё? Да что ж такое-то? Барбосса. А, тут нужен как раз таки силач, который сможет эту тему поднять. Теперь это все дело мы должны подвинуть. А, это да, это вот эта тема Теодальма, которая потом взорвалась, да, в фильме. Ой, она походу сейчас забомбанет. Да. Все правильно, все верно. О, здорово, мужики. Ой, хана вам.
Ну, в принципе, как мартышка Джек и сделал. Он зажег один фейерверк, а потом подпалил очень много других. Здесь, в принципе, это тоже показали. Так, окей. Так, тут нам больше ловить нечего. Нам сюда. Да, тут уже, наверное, финал будет. Ой, так нет, сойдет, это свой тип. О, замечательно. Катсцена. А, вот, пират, да, пиратское братство. Братский совет. А как раз нужно в бухту затонувших кораблей. Хм, неплохо. Хм, эти такие. Сингапур, эпизод пройден, доступен режим свободной игры. Элизабет пират уже. Капитан Барбосса нам добавляется. Сяо Фэнг. Фэнг. Сяо Фэнг. Теодальма. Татуированный пират. И Тай Юань. Окей. Настоящий пират у нас довольно-таки много процентов. Я скипнул. 64 not found. Ладно, шучу. 64 тысячи у нас. И мы довольно-таки много вещей нашли. Так, 12 блоков. И вернуться в порт. Ладно, ребята, на этом я буду заканчивать. У нас вот теперь корабль Сауфэнга. Я вам говорю, если здесь впервые, то можете подписаться на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, зовите друзей. Проходим игру вместе. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока.